Добро пожаловать, ребята. Сегодняшняя тема – специальная теория относительности, кинематика. Кратко будем проходить теорию и потом будем решать олимпиадные задачи. Так, теория. Длина сокращается. Продольная длина во время движения сокращается. Где L0 – это начальная длина или длина покоя, V – это скорость, S – это скорость света. Скорость света 3 умноженное 10 в восьмой степени метр в секунду. Потом время, которое… Вот это дельта тау – это собственное время внутри корабля или внутри движущего объекта. Время вот таким образом течет, а снаружи относительно недвижущегося наблюдателя время течет по-другому. Вот. Теперь, используя эти формулы, мы будем решать задачи. Сейчас следующая задача. Следующая относительно скорость. Если они друг против друга двигаются, тогда скорость вот таким образом изменяется. Относительно скорость. Теперь, если они двигаются в одном направлении, тогда скорость будет определяться вот такой формулой. Так. Теперь VY. VY – это VY штрих. V квадрат на S квадрат делим. Так, относительно скорость, перпендикулярная скорость изменяется по такой формуле. Относительно друг друга. Вот, например, вот здесь V1 будет. Если относительно этого двигается. Так, ну хорошо. Формула. Так, теперь переходим на задачи. Стержень двигается в продольном направлении с постоянной скоростью в относительно инерциальной К-системы отсчета. При каком значении длина стержня в этой системе отсчета будет на 0,5% меньше его собственной длины? L0. 1 минус это равен чему? L0 под корнем 1 минус V квадрат на S квадрат. Теперь берем квадраты с каждой стороны. 1 минус это квадрат равен 1 минус V квадрат или на S квадрат. Значит, V квадрат длина С квадрат равен 1 минус 1 минус 2 это плюс это квадрат. 1 сокращается. Значит, 2 минус это умножены это. Значит, скорость равен скорость света умножаем на. Так, это будет равен чему? Так, это 0,005 умножаем. Ну, почти это 2. Значит, почти 0,1 скорость света. Следующая задача. Найдите собственную длину стержня, если в лабораторной системе отсчета его скорость сопополам. Длина 1 метр. И угол между ним и направлением движения 45 градусов.
Когда двигается, у него длина будет вот таким. А когда стоит, равен чему? Когда не двигается. L' равен чему? Так, когда двигается, продольная длина сокращается, да? Вот это сколько это? L косинус 45. Здесь должно быть L косинус 45 делим на 1 минус V квадрат делим на S квадрат. Но поперечные размеры не изменяются. Значит, здесь если L синус 45, здесь остается таким же L синус 45. Так, теперь L штрих в квадрате равен L квадрат. Косинус 45 это 1 вторая, но косинус 45 в квадрате. Или 1 минус в квадрат, это с квадрат, или 4 с квадрат. 3 четвертых. 3 деленное на 4. Плюс L квадрат. Синус квадрат это тоже 1 вторая. И здесь сколько выходит? Так, здесь 2L квадрат. Деленное 3 плюс L квадрат пополам. Сюда двойку, сюда тройку даем. 7L квадрат деленное 6. Значит, L штрих равен под корнем 7 деленное 6, умноженное на L. Это сколько? 7 делим на 6 под корнем. 1.08 метров. Будет. Так, следующая задача. Стержень пролетает с постоянной скоростью мимо метки, неподвижной в кассе стимочета. Время пролета дельта Т в кассе стимочета 20 наносекунд. Система счета, связанная со стержнем, дельта Т штрих 25 наносекунд. Так, найдите собственную длину стержня. Так, дельта Т штрих равен чему? Дельта Т делим на 1 минус В квадрат делим на С квадрат. Вот. Относительность времени. Так, здесь 1 минус В квадрат делим на С квадрат равен 20 делим на 25. Так, 20 делим на 25, это 4 делим на 5. Это в квадрате будет 16 делим на 25. Это значит, здесь 1 минус 1, 25 даем, 9 делим на 25 равен в квадрате на с квадрат. Значит, скорость равен 3 делим на 5, значит 0,6 с. Теперь найдите собственную длину стержня. Так, собственная стержень, длина L0. Длина покоя равен V умноженное дельта Т штрих. Да? Значит, его собственная длина равен 0,6 умноженное, скорость это 3 умноженное 10 в восьмой степени, дельта Т это 25 умножить 10 минус 9 степени. Ответ будет у нас 0,6 умножаем на 3 умножаем на 25. 45 так, делим на 10. 4,5, потому что вот здесь 10 минус 1 степени будет. Следующая задача. В кассе системы счета μ мезон, движущийся со скоростью 0,
0,99 скорости света пролетел от места своего рождения до точки распада расстояния L. Определить собственное время жизни этого мезона и расстояние, которое пролетел мезон в К-системе с его точки зрения. Вот, значит, время относительно Земли, у него такая, но у него собственное время должно быть. Должно быть меньше, да? Значит, собственное время равен L деленное на V. 1 минус V квадрат деленное на C квадрат. Так, это сколько? 3 умноженное 10 в третьей степени делим скорость света 0,99. Скорость света 1 минус 0,99 в квадрате. Тройки сокращаются. 10 минус 5 степени будет. 1 минус 0,99 в квадрате. Под корнем. Так, делим на 0. 99. Сколько? 1.42 или 1.4 умножить 10 минус 6 степени секунд. Да. Значит, 1.4 микросекунд. Пункт А. Теперь пункт Б. Расстояние, которое пролетел мезон в К-системе с его точки зрения. Так, теперь расстояние L' равен чему? Его скорость и его собственное время. 0,99, 3 умноженное 10 в восьмой степени, 1.4, 10 минус 6 степени. Здесь 10 в второй степени, значит 100 остается. Значит, у нас будет 140, умножаем на 3, умножаем на 0,99. 416 метров примерно пролетает. Теперь следующая задача. Две релятивистические частицы двигаются под прямым углом друг к другу. Лабораторная система отсчета. У одного скорость в 1, у второго скорость в 2. Найдите скорость сближения частиц в лабораторной системе отсчета. Лабораторная система отсчета, один из них, если стоит, да, вот, второй двигается со скоростью в 1, в 2 относительно него. Значит, относительная скорость будет просто в 1 квадрат плюс в 2 квадрате под корнем. Теперь относительно их скорость. Один из них стоит, пусть второй стоит, да? Первый, у первого скорость в 1 вот так вертикально, потом в 2. У него горизонтальная скорость. Теперь, как будет его скорость? Скорость его будет в x, будет у него минус в 2. А в поперечное будет в 1, умножаем. 1 минус в 2 в квадрате, делим с квадрате, делим. 1 плюс 1 минус у него своя скорость 0 же, а здесь скорость в 2 делено с квадрат, поэтому снизу будет однерка, поэтому у него перпендикулярная скорость в 1 под корнем 1 минус в 2 квадрат на с квадрат. Теперь общая скорость относительная скорость будет в 1 в x квадрат плюс в y квадрат.
корнем. И это будет у нас 2 квадрат плюс 1 квадрат минус 1 квадрат в 2 квадрат деленное с квадрат под корнем. Теперь последняя задача. Два стержня одинаковой собственной длины L0 двигаются в продольном направлении навстречу друг другу. У них, по идее, длина собственная L0. И они одной и той же скоростью навстречу друг другу двигаются. Чему равна длина каждого стержня в системе отсчета, связанной с другим стержнем? Теперь, для этого нам надо найти относительную скорость. Они друг навстречу другу двигаются. Поэтому относительная скорость у них будет такая. 2v делим. 1 плюс v квадрат на s квадрат. Значит, длина будет, начальная длина, 1 минус v относительная квадрате делим на с квадрат. Значит, что будет? 1 минус 4v квадрат делим на s квадрат. 1 плюс v квадрат делим на s квадрат в квадрате. И вот эта часть давайте разбираем. 1 плюс 2v квадрат на s квадрат плюс v в четвертой степени на s четвертой степени минус 4v квадрат на s квадрат сверху, да, так будет. Это 1 минус 2v квадрат на s квадрат плюс v в четвертой степени на s четвертой степени. Значит, это 1 минус v квадрат на s квадрат в квадрате. Снизу так будет, сверху так, снизу вот здесь. Значит, в общем, относительная длина у них будет, начальная длина 1 минус v квадрат на s квадрат или 1 плюс v квадрат на s квадрат. L0 s квадрат минус v квадрат делим на s квадрат плюс v квадрат. Вот так будет ответ. Хорошо. На этом наш урок подошел к концу. До свидания.